имя Отца и Сына и Святого Духа, древняя Николо-Грешская обитель. С ней связано одно из значительных событий Руси Святой, когда князь Дмитрий Донской шел на Куликово поле со своим войском, то здесь он остановился на ночь, и здесь ему явился святитель Николай. И, как сказал князь благоверный Дмитрий, согрело его сердце верой, надеждой и любовью. Почему место-то называется Никола Угрешный? Никола, святитель Николай, согрел сердце князя и утвердил его сердце на защиту родной земли и родной веры. Сегодня Николо-Грешская обитель ликует и торжествует. Сегодня мы молитвенно совершаем память преподобного Пима Угрешского. Воистину при нем процвела обитель. И те храмы, которые сегодня вы видите, это в основном были построены при нем. Насколько же он был велик в духовной жизни, что люди шли к нему и просили его: «Прими нашу милость и сделай что-то во славу Божию». И он брал и делал, и строил. И сегодня эта обитель процветает благодаря трудам нынешнего митрополита Оренбургского Вениамина, который много здесь потрудился, воссоздал обитель. И при нем также люди шли и просили: «Возьми и вложи в дело Божие». И мы видим ту красоту, которая сегодня восхищает. Откуда ни посмотришь, и сердце радуется, ибо в этом торжество православия. Молитвы преподобного Пима Угрешского. Господь да вдохновит нас на труды, благословит нас на делание, каждому, которое Господь дал. И не дай Господи думать о том, что может быть уже все, а может уже хватит. Нет, пока мы живы, нужно созидать. Пока мы живем, нужно трудиться и приносить плод Господу Богу. Всех вас поздравляем с праздником, причастников, с принятием святых престолов и тайн. Возблагодарим Господа.